Всем добрый день, меня зовут Надежда, рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня я вместе с вами приготовлю вот такой салат со шпротами. Готовится из доступных продуктов, получается сытным, вкусным и не тяжелым для восприятия организма. Вечером, да, можно кушать даже вечером, особенно для тех, кто не на диете. Если вам интересен рецепт, оставайтесь со мной, а мы начнем готовить. И первые два ингредиента, которые я подготовлю, это тертая на крупкой терке морковь и мелко порезанный светлый, белый, в данном случае у меня, репчатый лук. Мы их спассируем на сковородке. В разогретую сковородку я добавила подсолнечное растительное масло без запаха. Можно воспользоваться любым растительным, которое у вас есть в доме. И обжариваем лук с морковкой до готовности. Сняла обжаренный лук с морковкой со сковородки, отставлю пока в сторонку и дам ему остыть. Тем временем займусь остальными овощами для салата. Собирать салат я буду в кольцо. Я на тарелку поставила форму. И здесь маленький момент, чтобы форма легче сходила с вашего салата. Ее хорошо смазать растительным маслом по краям. Тогда она будет хорошо у вас отходить. И первое, с чего я начну, это картошка. У меня их две штуки небольших. Я их потру на крупной терке, прям уже в кольцо. Картошка отварная была в мундирах. Салат я свой не солю, поскольку картошку и яйца я солю при варке. Этой соли достаточно. Натираем две картофелины. Потерли и уравняли слой. Дальше у меня идут шпроты. Я их просто вскрою и слегка разомну вилочкой. Так, не совсем в пюреобразно, а чтобы они оставались кусочками для больше таких вкусовых ощущений. Мне так нравится больше. Если вам нравится именно в пюреобразно, можете уже варьировать, либо взять шпротный паштет, тоже будет интересно на вкус. Размяли и вылаживаем на картошку, на слой картошки. Сюда более так равномерно и равняем. Выровняли шпротный слой и уже здесь так нормально в меру пропитываем майонезом. Майонез на любителя, кто-то любит больше, кто-то меньше. Я буду прослаивать так в меру, потому что майонезного слоя у меня будет только два. Шпроты я выложила вместе с маслом, в котором они содержались, поскольку картофель варился, я уже повторюсь, в мундире, и при данном виде варки он получается немножко суховат. А масло в шпротах как раз-таки даст тот эффект, что картошка не будет сухой. И слой майонеза уже равняем. Дальше слой идет маринованные огурцы. Я порезала мелкими кусочками и выкладываем, вылаживаем их поверху майонеза равномерно. Следующий слой идет пережаренный лук и морковка. Вылаживаем равномерно на маринованные огурцы и равняем. Поравняли и добавляем майонез по вкусу. При желании его можно поравнять, потому что следующий слой у нас будет слой яиц, и уже на яйца я майонез ложить не буду. И даже будет лучше в данном случае майонез сравнять. Вот так сравняли. Теперь на слой майонеза и обжаренных овощей у меня идут яйца. У меня их 4 штуки. Просто натираю поверху на крупной терке все 4 яйца. Яйца для салата я уже потерла и поравняла. Салат можно украсить оливками, маслинами, свежей зеленью. Я же в данном случае украшу красной икрой. Немножечко вот положу такими как бы кучками, не кучками. И чуть-чуть растяну по яйцам. Салат получается вкусным, свежим таким и легеньким на вкус. Поэтому берите на вооружение, пользуйтесь и готовьте вместе со мной. Так сделаю я. В принципе, наверх вы можете положить уже все, что нравится вам. Зелень, оливки, маслины на ваше усмотрение. Можно потереть твердым сыром. Вот такой. И так вот в таком состоянии я оставляю его на пару часов, чтобы он пропитался. И снимаем само кольцо. В итоге вот такой салатик у меня получается. Он получается довольно не тяжелым и сытным. Готовится просто и легко.
Если вам понравился рецепт, способ приготовления, конечно, не забудьте поставить мне пальчик вверх и подписаться на канал. Будет еще много интересных и полезных рецептов для вас. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока-пока.